В эфире телеканала ТВКом вы смотрите международную информационную программу «Середина земли». Мы рассказываем новости соседних регионов и стран. В студии работает Галина Соболева. Здравствуйте. Коротко о том, что мы покажем сегодня. Максимальная защита. В Иркутске начали печатать бюллетени на выборы президента России. Твердая рука, крепкие нервы и меткость. В Чите прошел чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по дартсу. Верные и преданные в Китае устраивают фотосессии для домашних питомцев. Бюллетени для голосования на выборах президента Российской Федерации начали печатать в Иркутске. Более 1 миллиона 800 листов работникам типографии нужно изготовить всего за неделю. Как защищает это сложное производство и куда отправятся первые экземпляры, расскажет моя коллега Галина Тюрнева. Ответственный момент. Быстрая сверка, в образце все верно. Макеты бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации подписаны в печать. Их печатают на специальном устройстве. Производительность 7-8 тысяч копий в час. Требования к процессу, как печати денег. Строгий учет и максимальная защита от подделок. Во-первых, разработка сетки. Каждую сетку мы разрабатываем индивидуально. И эту сетку уже нельзя повторить. Плюс, ко всему прочему, эта сетка не воспроизводится при копировании на копировальных устройствах, на цветных копировальных устройствах. Плюс, ко всему прочему, для просчета мы достаточно давно купили специальный счетчик для бумаги, который стоит, конечно, очень больших денег, но тем не менее он просчитывает с точностью до одного листа. В этом году число избирательных бюллетеней прямо определено Центральной избирательной комиссией. Мы изготовим чуть больше 1 миллиона 865 тысяч избирательных бюллетеней по числу наших избирателей. Из этих бюллетеней чуть больше 300 тысяч будут изготовлены специально для наших комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут размещены в городе Иркутске и в городе Ангарске. Отличие бюллетеней для комплексов обработки в отсутствии защитной сетки и в более внимательном отношении к краям. Они должны быть идеально ровными. Как и отметки избирателей, чтобы машина обработала данные, нужно точно попасть в квадрат. Поэтому для слабовидящих людей с помощью лазера изготавливают вот такие папки для бюллетеней. Вырезали окна для заполнения слабовидящих, для удобства слабовидящих людей. То есть вкладывается бюллетень. Очень четко спозиционированные окна и заполняется по месту кандидата. Работа будет вестись круглосуточно. Вместе с сотрудниками типографии за ней следят полицейские, члены областной избирательной комиссии. Первую партию сдадут уже после выходных. Эти избирательные листы отправятся в отдаленные районы Приангарья, где досрочное голосование стартует 4 марта. 24 золотых медали получили молодые профессионалы. В Иркутске подвели итоги 3-го открытого чемпионата WorldSkills Russia. На церемонии закрытия побывала наша съемочная группа. В зале участники 3-го открытого чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia Иркутской области. С минуты на минуту они узнают имена победителей. На протяжении 4 дней 169 человек состязались в 21 компетенции. Медали получат только лучшие. Открывает церемонию награждения губернатор Приангарья. Конкуренция в будущем будет возрастать, и профессиональное мастерство будет расти. Поэтому настраивайтесь на то, что в этом году было все равно легче, чем будет в следующем. В следующем будет сложнее. Поэтому готовьтесь в течение года еще более предметно. Я хочу поблагодарить всех участников, потому что я видел ваше настроение, видел, что вы стремитесь познать азы вашей профессии, сделать все как можно лучше. В Приангарье региональный чемпионат проходит в 3-й раз. Интерес к состязаниям растет среди молодых специалистов. Поэтому в этом году организаторы добавили 6 новых компетенций. Кроме того, свои силы на чемпионате пробовали юниоры. Это ребята в возрасте от 16 лет и младше. У нас есть очень высокие шансы, и это показывают два предыдущих чемпионата. А наши ребята обучаются нисколько не хуже, чем в других регионах. И у нас большой шанс попасть на чемпионаты
уже высшего уровня и принести победу Иркутской области. Обладателями золотых медалей стали 24 участника. Серебро забрали с собой 23 конкурсанта. Бронзу 21 человек. Еще 16 ребят получили медальоны за профессионализм. Моя мечта – поступить в Московский педагогический колледж, дальше развиваться. И хочу открыть свое учреждение. Я думаю, эта награда как раз мне поможет. Те навыки, которые я здесь приобрела. Конкуренты были сильные, действительно, но сложность, наверное, была все-таки именно ожидание результата вот этого вот момента, и все-таки мы его дождались. Победители регионального этапа уже в марте примут участие в отборочных соревнованиях, где будут бороться за право отправиться в августе на Сахалин. Там пройдет национальный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». В программе «Середина земли» настало время узнать новости Забайкальского края. Ими уже готовы поделиться журналисты из Читы и Светлана Тулунова. Здравствуйте, коллега. Мэрия Забайкальской столицы сформировала топ-10 территорий для благоустройства. Две из них выберут путем голосования 18 марта. Расскажите, на скольких участках можно будет отдать свой голос и какие территории будут указаны в бюллетенях? Здравствуйте, Галина. В список вошли площадь Ленина, городской парк отдыха в Северном, парк здоровья «Березка», спортивный комплекс «Шахтер», площадь Революции и другие городские объекты. Голосование будет проходить в день выборов президента России на 100 территориальных счетных участках. И к другим темам. Мебельный дом «Амида» – тысячи моделей кухонь от лучших производителей. 18 лет безупречного дизайна и отменного качества. Выберите вашу кухню на самых выгодных условиях с гарантией 10 лет. Мебельный дом «Амида». В Чите завершился чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по дартсу. Спортсмены боролись за звание лучших в дисциплине дабл-аут в личных, парных и командных разрядах. Выполнили упражнения единой всероссийской классификации «Большой раунд», набор очков и «Сектор 20». Организатором соревнований выступило Краевое министерство физической культуры и спорта и региональное отделение Федерации дартса в России. Твердая рука, крепкие нервы и меткость. Что еще нужно, чтобы раз за разом попадать в яблочко и становиться победителем? Впервые Чита принимала чемпионаты первенства Сибири по дартсу, который собрал 50 спортсменов. Мы же не так просто дали эти соревнования Чите, потому что сейчас все можно посмотреть в интернете. Мы наблюдали долго, продолжительное время, как тут развивается, как двигается. Очень понравилось, как организовывают на месте соревнования свои внутренние. Привлекают спонсоров. Кроме забайкальцев, в чемпионате приняли участие спортсмены из Республики Бурятия и Иркутской области. Занимаюсь 15 лет. Этого соревнования они интересны тем, что люди занимаются спортом, встречаются, общаются для души. Здесь в соревнованиях в Сангарске у нас участвуют тоже инвалиды, приехали из Иркутской области. У нас чемпионы мира есть и чемпионы многократной России. И много спортсменов, дартсменов там. Спортсмены выявляли лучших в дисциплине дабл-аут в личных, парных и командных разрядах и выполняли упражнения единой всероссийской классификации. В итоге в командном разряде третье место заняли представители Иркутской области. Второе место у читинцев победила же сборная Забайкальского края. В парных разрядах наши земляки полностью заняли все пьедесталы и у мужчин, и у женщин. Тоже один из видов спорта, который адаптивен для инвалидов, колясочников. И я просто не мог не принять участие в данном мероприятии. Популярность дартса в России с каждым годом растет во многом благодаря доступности. И, как часто говорят, дартсу все возрасты покорны. Чемпионом может стать как молодой спортсмен, так и весьма опытный. Мне 79 лет, но дартс все еще тянет. Лет 15-то у нас дартс существует в Чите. Настоящий такой. Я организовал клуб, выпросил кое-как подвал на Темпе, отделали его, обустроили, повесили мишени, и там первое соревнование там проходили. Дротиков не было заводских, дротики точили на мехзаводе по заявке, по заказу. Турнир завершен. Его победители примут участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. Юлия Тимошенко, Андрей Шаронов, «Середина земли», Забайкальский край. В
В 6 читинских троллейбусах в экспериментальном порядке заработал бесплатный Wi-Fi. Если пассажирам понравится, интернет появится во всех машинах парка. Уважаемые пассажиры, в салоне работает Wi-Fi. В интернет на троллейбусе определить, в какой машине имеется доступ во всемирную сеть, в Чите можно по наклейке на двери. С начала февраля мы в сотрудничестве с одним из предпринимателей города Читы на 6 машинах запустили пилотный проект по бесплатному доступу Wi-Fi. Оборудование предоставляется нам бесплатно. Это, в принципе, стандартная услуга для всех крупных городов. Мы стремимся повышать качество оказываемых услуг, поэтому стараемся оснастить полностью весь парк. Роутер расположен в кабине у водителя. Бесплатный интернет в салоне запускают с утра. Свой мобильный тратить не придется. Сразу, когда приходим, включаем аккумуляторы. Пока что еще не все, видать, поняли. Однако расстояния в Чите небольшие. Пока введешь код Wi-Fi, вполне возможно уже добраться до места назначения. Поэтому пассажиры нововведением не очень вдохновились. Вам нужен Wi-Fi в троллейбусе? Нет. У меня свой хороший интернет. Ирина Трофимова, Дмитрий Пенигин. Середина земли. Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. О чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Сянжунань. В Китае набирают популярность профессиональные фотосессии для животных. Как красиво и правильно фотографировать четвероногих друзей, узнали мои коллеги. Фотографии Джан Цяньхана никого не оставляют равнодушным. Огромные собаки, несмотря на свои размеры, выглядят на снимках дружелюбно и трогательно. Работать с ними сложно, но очень интересно. Самое главное – найти подход. Работать с домашними животными – задача не из простых. Надо быть с ними на одной волне. Терпеливо и внимательно наблюдать за ними, ведь четвероногой модели не укажешь, что делать. Она будет вести себя так, как ей хочется. Поэтому здесь нужен особый подход. Некоторые, например, реагируют на еду и звуки. Более 1000 собак прошли через руки популярного фотографа Джан Цяньхана. Многие его клиенты очень любят собак, возможно, даже слишком сильно. Фотограф признается, что хозяева могут пожалеть денег на себя, но готовы заплатить за фотосессию любимца, не моргнув глазом. Я начала фотографировать свою собаку, когда впервые узнала, что есть фотографы-анималисты. Получаются такие замечательные портреты. Я планирую устраивать фотосессию для Дюдю каждый год. Дюдю сейчас 4 года. Щенок уже превратился в великолепного сильного пса, беззаветно преданного хозяйке. Такую связь невозможно разорвать ни временем, ни расстоянием. И именно эта любовь играет большую роль во время фотосессии. Собаки – уникальные животные. Они тонко чувствуют человека. Им важно знать, что их любят, и только тогда они ответят взаимностью. Каждый кадр демонстрирует такую преданную любовь, что на эти фотографии просто невозможно смотреть без улыбки. Так выглядит бесконечная радость и взаимное доверие. Не это ли самое важное? Юлия Жень, Алтынай Жунусова, CGTN. Традиционные фестивали и представления проходят по всему Китаю. Самое популярное шоу «Фонари» в древнем городе Датун. Многие иностранные и китайские туристы делают этот фестиваль обязательным пунктом в своей турпрограмме по Китаю. На север страны отправились и наши корреспонденты. В этом году фестиваль в Датуне один из самых масштабных за всю историю. Сейчас в городе можно увидеть более 180 видов традиционных и современных фонариков. И все это яркое действие охватывает площадь в 3 миллиона квадратных метров. Но главной изюминкой стал самый большой на севере страны купольный экран. Особенно эффектно он смотрится в вечернее время. Я надеюсь, что сюда будет приезжать все больше и больше людей из разных мест, чтобы увидеть прекрасное шоу. Мы из Тяньцзиня. Я вижу, что шоу фонарей в Датуне с каждым годом набирает все большую популярность. Здесь каждый фонарь имеет свой неповторимый стиль. И здесь, наверное, как нигде ощущается праздничная атмосфера. Датун находится примерно в 4 часах езды от Пекина. Это одно из самых известных исторических мест Китая и одна из главных местных достопримечательностей – восстановленные городские стены. Общая длина более 7 километров, а в центре – городская площадь. Этот архитектурный ансамбль стал лучшим фоном для фестиваля фонарей. Туристический бум здесь ожидают в начале марта, под самый занавес праздника весны. Всего, по самым скромным подсчетам, за новогодние праздники город посетят более 1 миллиона туристов из разных уголков Китая и других стран. Татьяна Климова, Василий Паршута, CGTN. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи!